Здравствуйте! В эфире новости спорта и я, Андрей Трой. Павлюченкова и Кудрявцева не прошли сквозь пешки и чань. В Самаре составят план расположения спортивных объектов. Стали известны соперники крыльев на сборах в Эмиратах. Анастасия Павлюченкова и Алла Кудрявцева не смогли преодолеть барьер первого круга парного турнира в Сиднее. Поражение россиянкам нанесли 39-летняя Квета Пешки и 21-летняя Хао Чинчань из Тайваня. Счет встречи 6-4, 4-6, 5-10. Встреча спортсменок длилась 1 час 41 минуту. За это время Алла и Анастасия выполнили 4 эйса, 3 брейка и допустили 3 ошибки при подаче. Пешки и Чань, в свою очередь, реализовали 3 брейкпоинта и допустили 4 двойные ошибки. Администрация Самары составит план перспективного расположения спортивных объектов. Этот вопрос стоял на повестке на встрече главы администрации города Олега Фурсова и руководителя департамента спорта Виктора Ольховского. Глава города поручил подготовить карту города, на которой было бы видно нынешнюю обеспеченность разных районов спортивными объектами и указаны приоритетные места размещения новых. Также департамент спорта должен сделать предложение по развитию спортивной инфраструктуры не только за бюджетный счет, но и сформировать пакет предложений для коммерческих организаций. Крылья Советов на сборах в Арабских Эмиратах встретятся с футбольным клубом «Астана», который является чемпионом Казахстана. 31 января состоится игра с обладателем Кубка Казахстана командой «Кайрат». 4 февраля состоится встреча со шведским клубом «АИК», который занимает 3-е место в завершившемся чемпионате Швеции. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!